послав мяч в сетку. Какая досадная ошибка. Сначала Лены Тюриной на приеме, и затем Лиза Кищенко пыталась исправить эту ситуацию. Безусловно, ее вина. Но выводил, пытался она подкинуть мяч повыше Артамонова в четвертую зону, но слишком забросил мяч. Ну а следом сыграла безупречно, зато во второй зоне. Лиза, я как уже говорил, один из самых надежнейших наших игроков, те, на которых Карполь может, наверное, полностью положиться в любой самой трудной ситуации. Как тут не вспомнить матч против команды Италии вот в предыдущем микротурнире здесь, в Бремене, стартовый матч с итальянками, вы помните, дошло дело до тайбрейка, и тогда именно Лизе было доверено право на завершающую атаку на тайбрейке. Она уверенно принесла сборной России 15 очков, 15-13, так победили сборную Италии в том матче. Ну и у нас вновь замена Чуканова, нет, Грачев, при счете 14-10. Сильная атака Азуновой. Ай, как обидно, все-таки вот в некоторых моментах явно не дорабатываем. И как раз Карполь вот это вот с этими вот элементами расслабленности здесь, может быть, наших волейболистов в некоторых эпизодах он и борется при помощи своего такого стервенелого голоса. Но как без этого обойтись? Тройной блок на удар Азуновой и мяч. Мяч в поле, не сильная атака, и вроде бы, может быть, лучше было обмануть, а с другой стороны, подстраховку у болгарских волейболистов, конечно, в этом эпизоде отсутствовала. Спит Казуновой, она показывает, что было касание блока, но... Ну, что поделать. Не будем переживать уж так сильно за других. Ну а кому по-настоящему повезло, так это, наверное, итальянкам. Выйдя с третьего места в нашей группе с двумя поражениями, вы помните, одержали они единственную победу над командой Греции в последний день с подозрительным счетом 3-0. И дальше попали вот через финальную пульку с командам. Отлично, Лена Година атакует из третьей зоны, приносит нам 20-е очко, 20-14, попали командам Китая, Бразилии, Кореи, именно вот с кореянками сегодня будет сборная Италии проводить свой четвертьфинальный матч, это будет позже уже, вторым заходом они играют, но я думаю, о лучшем жеребии просто итальянская команда и мечтать-то не могла. Это... Такой соперник мог бы быть как награда за первое место, а видите, что получилось. Получилось, что итальянки с третьей позиции. Были, выйдя в четвертьфинал с третьей позиции, были за это щедро вознаграждены. 21-15, и зрители, видимо, своими аплодисментами пытаются вдохновить каким-то образом болгарскую сборную на... противодействие нашей команде. Ну, подтянула этот мяч и Лена Плотникова. И атака сборной Болгарии. Ай! Оля Чуканова умеет, в принципе, хорошо атаковать. Мы знаем, и частенько пользуется этим своим ударом, когда от нее этого не ждут. Ну, сейчас не попало по мячу. На Лизу Плотникову выполнена подача. Расслабляться нельзя, как мы уже говорили, это Радосвета Тенева подала так, что пришлось принимать Лизу Тищенко, и она не совсем четко поставила руки, мяч получился переходящим. Скочил на сторону соперниц, мы проиграли очко. И вот закрывают все-таки двойным блоком, видите, атаку Елизаветы впервые, по-моему, в сегодняшнем матче, болгарские волейболистки. И... Как следствие, видите, сразу тут же замена. Недоволен качеством передачи Карполь. И Чуканов уступает свое место на площадке.
Грачевой. 21-18. Надо принимать. Плотников справляется. И хорошо, что у нас есть Катя Гамова в составе. 22-18. В нашу пользу. И все-таки надеюсь, что дело идет к концу уже в этой партии и в матче в целом. Но опять-таки вот несильная техничная атака Азумовой. Счет номер 22-19. Повторить свой успех болгарскому льву также очень давно. Была одной из ключевых футболисток на Олимпиаде в Сиднее в составе нашей команды. 24 очко. Мы выигрываем 24-19 и матчбол. Это Беликова помогла нам на блоке против Вани Соколовой. Она играла. Замены кстати, проводит. Радослав Степан Пенев пытается что-то изменить. 24-19. И Елизавета Тищенко будет подавать. Смягчаем атаку Зетовой. И комбинация с забеганием на сей раз Плотникова. Лена была там на три нашей атаки. И мы побеждаем абсолютно без проблем, уважаемые любители.